Встречайте 43-й выпуск BizJournal «Информационная безопасность банков». Будущее наступило. Думающие машины обосновались в финансовых организациях. Чем это грозит? Узнайте в детальном обзоре. Кибератака на демократию. Как система электронного голосования справилась с ударами из-за рубежа? Рассказывает депутат Василий Пискарев. В рубрике «Банки» – споры о новом стандарте. Рекомендации для финансовых API. Банковские безопасники об уроках самоизоляции. В ожидании SOC форума 2021 эксперты поднимают самые острые вопросы о работе центров мониторинга и реагирования. Также в номере новости и опыт профессионалов, ИБ-технологии и сервисы, ключевые события отрасли, аналитика и обзор СМИ, знаковые личности и события в истории криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefizbank.ru/bizjournal.